Не упусти свой шанс, успей получить эксклюзивный набор Starlight. После 22 октября получить его будет нельзя. В данный набор входят 6 наград на выбор. Это 4 премиумных танка, среди которых впервые в общем доступе Объект-244, также задачи на X5 опыта и чертежи. А гарантированно на свой аккаунт вы получаете уникального командира Starlight с тремя перками, эксклюзивную медаль, 10 задач на X5 опыта, боевые задачи на резерв и один день премиумного аккаунта. Вся подробная информация по ссылке в описании или в закрепленном комментарии. Всем привет! В этом видео я расскажу о новом инвайт-коде на сентябрь-октябрь 2020 года, а также о других бонусах. Сделав все, что я покажу в видео, вы получите 15 прем-танков в ангар, больше 11 дней према и 1500 золота, а также много мелких плюшек. Поехали! Первое, что нам нужно сделать, это открыть описание под видео и скопировать инвайт-ссылку. Открываем обязательно режим инкогнито с помощью сочетания клавиш Ctrl-Shift+N и вставляем ссылку в строку браузера. Начинаем регистрировать новый аккаунт, вводим свою почту, придумываем никнейм и надежный пароль. Самое главное — это нажать на вопрос «У вас есть инвайт-код?» и ввести туда инвайт-код «Танколёт», он есть в описании. И подтверждаем регистрацию. Все, аккаунт создан. Далее советую зайти на почту и подтвердить ее. Также для надежности я бы привязал мобильный номер. Авторизируемся в игре и проходим боевое обучение. Вуаля, уже получаем 7 прем-танков навсегда. Это благодаря инвайт-ссылке. Едем дальше, открываем описание под стримом и копируем ссылку на призбокс. Переходим на сайт, авторизируемся под нашим аккаунтом и получаем 7 дней према, 3 уникальных боевых задачи на 100 000 серебра, 10 000 опыта, а также слот в ангаре. Заходим в ангар и видим 10 дней према, 1100 золота, а также 12 гребаных прем-танков. Почему, когда я начинал, такой халявы не было, а? Вы думаете, на этом все? Нет. Открываем снова описание под стримом и переходим на видеоинструкцию по подключению Twitch Prime. Подключаем себе актуальный набор и вуаля, у нас на аккаунте 14 прем-танков, уникальный командир с тремя перками, 11 дней према и 10 задач на X5 опыта, что поможет вам при прокачке. Далее заходим на склад и выбираем 2 награды из 6. Я лично выбрал Cayenne Action X, а также Объект 244. Они даются на 10 дней аренды. Заходим в ангар и видим 14 прем-танков, из которых 2 прем-танка на 10 дней аренды. Это Объект 244 и Cayenne Action X в моем случае. Вы можете выбрать 2 любых према. Также 4 прем-танка с улучшенным фармом на 10 боев. Это Су-122-44, ВК-45-03, Type-64 и СТРВ-М42-57. И даже это еще не все. Направляемся в задачи и приступаем к выполнению боевого инструктажа, за что мы получаем премиумный танк Т-34-85М на 11 дней аренды, 5 резервов на серебро и 3000 свободного опыта. Советую еще посмотреть, какие есть там задачи, они вас удивят. А на этом все, надеюсь, я вам помог.